Она пришла молиться в храм, крестилась, свечки покупала. И что-то образом шептала. На миг доверившись словам, сын на прощание говорил: ты не сердись, моя родная мама, молись святого Николая, чтобы пожить мне разрешил. Она молилась за детей, за их удачу и здоровье, чтоб меньше было сквернословия, и чтоб любили матерей. Она желала лишь добра всем людям, что хватили горя, чтобы иссякли все просторы и унялись раззвук ветра. В бушлатах парни молодые, чтоб дождались войны родные тех, кто ушел их защищать. Она смотрела, не дыша, в глаза седого Николая, и радость в сердце разжигая, звенела струнами душа. Она ушла, прикрывши дверь, и колыхнула пламя свечек. Уход ее был незамечен людьми, лишь Бог ответил: верь, лишь Бог ответил: верь.